По итогам прошлого года Toyota RAV4 пятого поколения стал самым популярным автомобилем сегмента SUV в мире. В России кроссовер удерживает лидерство в сегменте уже на протяжении 3 месяцев. В феврале новый RAV4 достиг почти 20% доли рынка в своей категории, а в декабре прошлого года модель установила рекорд продаж. Всего с момента старта заказов кроссовер нашел без малого 15 тысяч новых владельцев в России. Известно, что подавляющее большинство клиентов предпочитает RAV4 с полным приводом. Самый востребованный мотор – двухлитровый бензиновый. Покупателю доступны сразу три типа трансмиссии – механика, инновационный вариатор с механической первой передачей и восьмиступенчатый автомат. Возможность переключать передачи вручную выбрало наименьшее количество клиентов, а среди автоматических трансмиссий первенствует новый вариатор. В итоге, согласно результатам продаж, большинство покупателей отдают предпочтение полноприводной версии с двухлитровым мотором и вариатором. Что касается комплектаций, то самой популярной у россиян стала версия Comfort. В рамках традиционных специальных предложений недели Toyota новый RAV4 можно приобрести со скидкой 150 тысяч рублей по программе Trade-in. Таким образом, в марте цена двухлитровой версии с передним приводом и вариатором в комплектации Comfort составит 1 миллион 830 тысяч рублей. В рамках недель Toyota вдобавок можно бесплатно продлить гарантию до 5 лет. Также покупатели RAV4 смогут воспользоваться специальными кредитными предложениями.